напротив нас воевал Бен Ладен со своими террористическими организациями, которых он собрал со всего мира. Военное руководство Армении утверждает, что против них воевал сам Усама Бен Ладен. Армянский солдат-доброволец об этом сообщил русскому журналисту, который сейчас находится на зоне конфликта. Напомним, что Усама Бен Ладен был убит в 2011 году в Пакистане. Мы защищали наши позиции, и напротив нас воевал Бен Ладен со своими террористическими организациями, которых он собрал со всего мира. И мы здесь их разбили все их силы.